На одной высокой горе среди болот жил буддийский монах Дзиндзю. Он медитировал и находился в полуадаптации к миру. И к нему пришел турист с рюкзаком. Он держал на спине рюкзак. Подошел он к Дзиндзю, сидящему на камне. Тот вышел из своей медитации, и он спросил его: «О, великий Дзиндзю, ты не подскажешь, как пройти на Петре?» И тогда Дзиндзю вышел из медитации окончательно. Он сказал: «Какого хрена это Фудзияма?»